Богатые москвичи играли в карты, а бедные пили кумыс. И все это происходило в одном месте. Здесь, в усадьбе Грачевка. Она, кстати, чем-то похожа на Монте-Карло. Ну, не весь парк, конечно, только центральное здание усадьбы. Этот дом в конце 19 века отгрохал Митрофан Грачев. Он бывал в Монте-Карло и решил построить себе что-нибудь в таком же стиле, только на родине. А после революции здесь была кумыса-лечебница. Считалось, что молоко кобылы помогает от туберкулеза. Сегодня здесь находится центр восстановительной медицины, и сюда пускают только пациентов, так что наслаждаться красотой усадьбы приходится, как всегда, из-за забора. Кстати, в Грачевском парке есть еще одна достопримечательность – это дерево. Вот этот дуб, он официально, здесь даже специальная табличка есть, является старейшим в Москве. Ему 432 года. Так что он, получается, помнит еще времена царей Рюриковичей и Наполеона.